Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Красногорск в рамках оперативно-профилактической операции «Розыск» около одного из домов на Ильинском шоссе задержана 52-летняя уроженка Средней Азии, находящаяся в федеральном розыске. Женщина разыскивалась сотрудниками полиции за совершение преступления, предусмотренного статьей 247 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Данная гражданка была доставлена в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Красногорск для дальнейшего разбирательства.